Итак, итак. 11 января 2014 года. Москва, счетная палата, 18:51. Дорогие друзья, закончились праздники. Работаем. В среду очередное заседание школы здравого смысла. Прошу подготовить картинки, визуализирующие слова 9-го Андрея Петровича, обстоятельства непреодолимой силы. Ниагарский водопад замерз, дорогие друзья. Минус 40. Посмотрите в интернете, что происходит. Не надо быть слишком умным и заканчивать много академии, чтобы понять, что что-то не так, если Ниагарский водопад замерз. А в Москве идет дождь 11 января. Так было не всегда. Наши мамы и папы прекрасно нам расскажут, что было далеко не так. Все время лежал снег, и люди всегда катались на коньках. И вдруг пришли обстоятельства непреодолимой силы, и мы видим дождь. Смотрите, скажите, какая структура государственного управления способна предсказывать такие события? Никакая. Это же так называется обстоятельства непреодолимой силы. И получается, что общество не готово и начинает судорожно в панике думать, блин, а что же делать? Может быть, надо меньше курить, тогда не будет изменяться баланс тепловой на планете. Ну, я утрирую, конечно. Это деятельность человека повлияла на планету, и планета вот так вот реагирует. Изменяются активности, изменяется солнечная активность. Мы проходим определенные участки галактических путей, и там другие частоты и вибрации. И внутренности нашей планеты каким-то образом такие бурлят электромагнитным способом. И у нас, возможно, смещается ось. И нам нужно готовиться к массовым переселениям целых стран и континентов. Возможно. Обстоятельства непреодолимой силы вызывают неожиданное повышение уровня мирового океана. Что будет происходить? Массовая неконтролируемая миграция на всем, на чем только можно. А если пребывание воды будет происходить быстро, ну, это паника, хаос, потеря управляемости, ну, вы понимаете. Только новые научные парадигмы, новые технологические возможности, когда каждая кастрюля становится летающим объектом, и каждый житель планеты будет спасен. Возможно это или нет, смотрите канал Global Way. Готовимся к школе здравого смысла. 600 квадратных метров в Дедовске. Встреча с Владимиром Владимировичем. Прямой интернет-эфир. Журналисты, редактора, креаторы, музыканты, поэты приглашаются на канал Global Way. Этого еще не было, дорогие друзья. Вы можете стать первыми и вписать себя в историю. Вообще не переворачивает экран. Невозможно изменить масштаб. РИА Новости. Ну да, Ярослав Тарухин, кандидаты, помощники президента. Что, подучившись, баллотируются в президенты, конечно же, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Ярослав Тарухин. Работаем, друзья, работаем.